Всем доброе утро. Сейчас у нас 11 часов утра. Да. Начало 12-го. Мы уже где только не были, вернулись сейчас домой, потому что нужно там Саше взять люстру, которая теперь у нас, мы вот здесь повесили новую, и она нам не нужна, и мы ее вот продаем. Так все быстренько получилось. У меня была на 8:30 клиентка. В общем, я ездила по работе, потом Саша ездил по работе. Мы все-все-все сделали, быстренько заехали домой, сейчас возьмем здесь все, что нам нужно, и поедем дальше. У нас в планах сегодня заехать в галерею, мне там приглянулся один клатч, не знаю, что его сразу не взяла, в общем, наверное, возьму его. Еще нам нужно сделать развал схождения на машине, то там Сашины дела, и... Что-то еще? Еще нам нужно купить штатив и свет. Да? Да. Привет. Привет, привет. Привет, привет, штатив и свет. Так что едем. Люстра. Да, кстати, вот она. Сейчас. Покажу. Она для вас. Ого-го! Да. Посмотрите, как это выглядело. Ну, так оно и выглядело, когда горела лампочка. Да. И вот это был восточный уголок. Там не видно. Камера плохо фокусируется. Ну вот. О, вот так видно, да. Так, в общем, это вот так все отражалось, так все блестело. Видите, она вся переливается. Вот это было очень красиво в восточном уголке. А поскольку восточный уголок ликвидирован, то и как-то эта люстра странно смотрится в нашем теперь икеевском уголке. Поэтому вот. Да, вот очень красиво. Такая она красивая. Иллюзион. Здорово. Но мы ее поэтому и взяли, потому что это выглядело очень красиво. Да, и вот еще вот так вот она отражается. Да. А, видно, да? Да, конечно. Вот такая красивая люстра. Да, люстра супер. Но копить вещи старые, которые не то что старые, а которые не нужны, нет никакого смысла. Поэтому мы всегда все, что нам не нужно, продаем. Я лучше куплю что-то... Новое, нужное и классное. Какой смысл хранить старые вещи? То есть мы любим, чтобы было свободное пространство. Выглядит жутенько. По мне так и на вкус так же. Угадайте, что это. А банан тебе нравится? Похоже вообще на воблу. На воблу? Так, да. А это сушеная дыня, блин. Ням-ням-ням. Обувайся, пошли. По дороге поешь. У нас коробки от нее не осталось, да? Мы ее уже выкинули. Мы как-то не храним коробки от люстр. Обычно. Да? Хорошо бродить по свету. Сушеный денег. Зачек он ем. И еще одну для друга. Нет. Да, это самое. Все, едем. И само есть. Вот такой вот Краснодар. Заезжаешь в центре на соседнюю улицу, а здесь вот как в деревне какой-то. А дорога? Ну дороги тут нет. О чем ты? Какая дорога? Вот гравийка. Какие-то гаражи, частный сектор. Ну такие старые домики. И тут же раз, и вот такой дом. Через дорогу. Ну и тут уже появился Мерседес. Дорога. Через дорогу. Очень странная местность получается. Тут офисное здание, автомойка. Тут какая-то больница, да? А, это детский сад. Похоже на больницу. Вот какое-то госучреждение. А это смотри, офис охотников за привидениями. Почему? Так выглядит. Ну да, вообще очень похоже. Помидор. Да. И вот, видите, мы с этой улицы выезжаем. Там супер самый центр. Да, выезжаем в центр города. Ну вот тут что-то тоже, какой-то ремонт идет. Вот какое-то здание тоже, которое... Да, у этого здания ремонт идет уже, наверное, лет 50. Да. Не, ну вот сейчас выглядит так, как будто его... Нет. Завод или всегда что? Так и тут вот мы в центре. Вот центральная улица пошла, а мы едем сюда. Вот
Вот такой вот город Краснодар. И Майбах. И Майбах, да. А к слову о погоде, ну, слава богу, ветер, но на самом деле очень жарко. Ветер прохладный, да, но жарко. Ну, как прохладно? Сравнительно с тем, что у нас обычно. Сегодня погода приятнее, конечно. А градусники 30? Градусники в машине? 30 градусов? Ну, так и ощущается. Ну, за счет ветра намного легче переносится. Пока, люстрочка. У нас там, кстати, уже сзади даже штатив лежит. Купили штатив. Листочку продаем. И едем в галерею. Дальше поедем за светом. В общем, еще есть дела, пока мы будем ездить по городу. Увидимся очень скоро. Будет еще много всего интересного. Ой, зя. Кто-то раскупил все мои клатчи. Кто-то был? Это давай вот такое напишешь. Что теперь делать? Видите печаль в глазах? Необъяснимую. Это поплачу. Поплачу. Между прочим, вот Александр смеется, а ему нужны шорты. Так и телефона нет. Так что? У них нет телефона. А в этом магазине нет даже телефона. Как бы вот они позвонили Брэнсу? У них свой есть. Сотовый? Нет. Думаешь, они обменялись? Мы работаем в одном магазине. У них есть внутренний телефон. Посмотрите, что тут творится. Стояли когда-нибудь в пробке в торговом центре? Выхода нет. В четверг в 2 часа дня. Да. В четверг в 2 часа дня у них тут какая-то реконструкция. Их с дурацкой парковки невозможно давай выехать. Давай пикать. Можно выйти и спросить. Давай пошли там пикать. А что толку? Ну, тебе так. Лишь бы попипикать. Чтобы люди понервничали. А кое-кто любит попипикать. У меня классная пипикалка, я ее люблю пипикать. Он ее выпикал, она даже не пипикала какое-то время, вот так много он пикает. Смотри, я пикнул и поехали все. Да, так и есть. Потому что моя пипикалка классно волшебная, работает. Волшебная, видите? Волшебная пипикалка. Я тебе говорю, моя пипикалка классно работает. Задвигались. Ап, ап, ап. Ветерок. Что, накупили? Всего? Да, все будем. Мы заехали по пути в метро и купили всяких разных продуктов. Ну, вода это не оттуда вообще-то. Ну, в общем, как обычно, газированная вода. Купили, там была акция 2 по цене одного. Вот такой кальве карри и неаполитанский. Еще помидорки обычные красные, помидорки розовые, красные для готовки, розовые так кушать, петрушка, укроп и кинза, три вида зелени, маслица это у нас будет для, в общем, для челленджа, для видео. Здесь у нас слоеное дрожжевое тесто, две упаковки по полкило, сейчас заморожу. Вот такой брев-гель. Взяли 1, 2, 3, 4. Свежесть лимона. 4 штучки. Кукурузка сахарная. Тут личная гигиена. Еще огурчики. Грушка. И вот такие супер штуки. Конечно же, как и все, вы видели рекламу. Еще не пробовали. Сейчас одной рукой не очень удобно. Тик-так, семейный Sims. Вот. О, тут все перемешалось. Тут, значит, есть
Вкус у нас бабльгом с бартом. Гомер у нас со вкусом пончика. И это что вообще? Черника? А, голубика. Да, это со вкусом голубики. И что это еще? Клюква-малина. Они тоже, между прочим, с рожицами. Такие всякие рожицы. Так что... Вот еще клюква-малина. Такой мы не пробовали. И почему-то я до сих пор не пробовала клубничный микс. Ну и плюс... Как мне кажется, что будет слишком просто угадать тогда клюкву-малину, а если еще будет клубничный микс, то будет веселее челлендж. Так что вот такие виды тик-така у нас здесь. Не пойму, где Лиза? Скажите, почему здесь не вся семья представлена? Я считаю, что должна была быть Лиза. Тем более, сама коробка рассчитана на 4 пачки. А есть вот клюква-малина. А хотелось бы видеть Лизу в Симпсонах. Так, я уже готовлю ужин. Пекутся кабачки и баклажаны. Я их смазала ароматным маслом, посыпала перчиком и солью. И вот они такие там готовятся. Овощной салатик с ароматным маслом. Печеные кабачки и баклажаны. Меняю Саши. И такой вот соус. Тут майонез, зелень и специи. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Такой у нас ужин. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.